Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. В этом видео я продолжу обзор медицинских центров на острове Хайнань. И сегодня мы посетим санаторий китайской традиционной медицины Тайцзи в бухте Дадунхай. Очень просто, он находится прямо в отеле Линда Сибью, категория 3 звезды с плюсом, то есть он находится за дорогой от моря, напротив него есть большие торговые центры, зима-лето, то есть Summer Mall, и также площадь еды, то есть вы точно его найдете. Здесь, как видите, вот такая вот достаточно яркая китайская вывеска, поэтому сейчас наша задача какая с вами? Пойти посмотреть, что представляет себе медицинский центр, что в нем есть, какие в нем цены, какие оказывают услуги, где здесь готовят лекарства и так далее. Здесь медицинский центр будет больше, чем в бухте Йелунгбэй. Ну как больше, он здесь немножко в другом формате, он более такой городской. Если в бухте Йелунгбэй Тайцзи более такая аутентичная атмосфера, он находится на виллах, то есть я уже говорил, на отеле Villa & Spa на территории, то здесь более такая городская среда, но я уже посмотрел предварительно внутри несколько процедурных, скажу тоже, в очень таком уникальном, красивом китайском стиле. Ну что, начинаем обзор медицинского центра Тайцзи Дадунхай. Ну вот здесь на входе нас уже встречает история китайской традиционной медицины, как вы видите. Вот такой человек с точками. Это как раз те точки, которые являются самыми главными на теле человека, между которыми проходят меридианы. И по этим точкам как раз производится иглоукалывание. Здесь вот можно понаблюдать за всеми теми, скажем, инструментами, которыми проводится иглоукалывание, историю, соответственно, китайской традиционной медицины. И вот здесь есть вот такие растения, да, из чего, собственно, приготавливают для вас всевозможные рецепты по оздоровлению. Ну что, идем дальше с вами на второй этаж. Мы поднимаемся на лестнице на второй этаж, и вот здесь по дороге мы уже можем встретить вот таких китайских профессоров. То есть это как раз указание их имен, даты рождения и так далее. Все эти профессоры работают в китайском традиционной медицине, именно в медицинском центре Тайцзи. На втором этаже нас встретит русскоязычный персонал. Добрый день. Здравствуйте, меня Люда зовут. Очень приятно. Очень приятно. Вот здесь, скажем, на регистратуре вас уже проконсультируют и направят на диагностику, на бесплатную. И после этого вам уже дадут заключение о том, что вам лучше подойдет. Ну а пока мы ее не будем проходить, первым делом я хочу показать полностью вам этот медицинский центр, какие здесь есть кабинеты, ну, чтобы у вас была полная картинка и полное представление. Пойдемте. Давайте начнем с самого начала. Здесь есть вот такая, скажем, стена почета. Это те, кто посещал медицинский центр. Здесь от художественных деятелей до политиков. То есть можно посмотреть, может быть, кого-то вы узнаете. Здесь из разных стран, и в том числе из СНГ. Здесь вы можете попить чайку. Здесь некая такая, скажем, комната ожидания, потому что бывает, когда врачи заняты, вы можете посетить, подождать. Вот с этим хотел самое главное показать, вот то, что не было в Тайцзи, в Йелунгбэй, а здесь как раз есть, это собственное производство лекарственных трав. То есть здесь их фасуют, вот изготовление трав. И я вам сейчас покажу саму лабораторию, где занимается вот как раз приготовление, в том числе, жидких составов. Давайте я сейчас покажу, надеюсь, меня пустят. Вот здесь вот происходит непосредственно приготовление, вот, надеюсь, никто не запретит. Вот жидкие составы уже готовы, как видите, да, вот в таком виде. Они горячие, еще их только приготовили, запаковали. Их принимают как раз, когда вы находитесь здесь, на острове. А потом, когда вы уезжаете домой, вам уже дают сухие составы, вы их сами завариваете и уже дома пьете. Ну вот, видите, да, здесь уже представлены те все растения, из которых в том числе приготавливают эти отвары. Так, давайте зайдем сюда. Здесь у нас кабинет сортировки сухих трав. Михаил? Здесь как раз вот такой, скажем, склад, где лежат травы всевозможные, коренья и все остальное. То есть здесь они лежат в таком общем виде, рядом, как я вам показывал в кабинете, уже идет непосредственно приготовление жидких составов, которые вы употребляете здесь в процессе лечения. И, соответственно, когда вы идете домой, все эти травы, корни и так далее сортируют в специальных пропорциях для вас, фасуют специальные баночки с специальной дозировкой. Дома вы их завариваете и уже дома непосредственно можете принимать дальше. Ну что, мы идем дальше. Сеся? Идем дальше с вами.
Ну вот именно в этом кабинете производится сортировка трав. Здесь есть уже как готовые некоторые рецепты, так и производится сортировка специально под вас. Именно те составы, которые вам пропишет врач, вы, в общем, и получите. То есть это будет зафасовано вот такие всевозможные баночки, да, то есть все будет подписано для вас, расписано, то есть как принимать, когда принимать. Как раз вот здесь стоит такой сортировочный аппарат. Ну, упаковка, естественно, вся одноразовая, так что все это безопасно, вот здесь можно получить. Ну что, идем дальше с вами. Интересно вам или нет выпуск, сразу отмечайте лайки, ставьте комментарии. Моя задача как раз показать в этом выпуске китайскую традиционную медицину не со стороны рекламы, а как вообще это все происходит. Потому что сразу скажу, здесь никаких рекламных историй нет. Вы меня спрашивали, и я, собственно, вам отвечаю. Ну давайте пойдем дальше. Здесь есть много, скажем, процедурных кабинетов. Выглядят они вот так. То есть, как вы видите, здесь есть вот такие кушетки. Все чисто, опрятно, убрано, как вы видите. Играет китайская музыка. Так что ощущение релакса точно здесь гарантировано. Ну, давайте пойдем дальше. Здесь есть еще вот такие кабинеты. Они, конечно, все похожи. Мне тут немножко разрешили похозяйничать. Сказали, да, снимай, пожалуйста. Смотри, вот такие. То есть кабинетов очень много здесь. Во многих кабинетах идут процедуры. Мы, естественно, туда заходить не будем. Там же находятся люди, как-то это не очень красиво, да? Но, тем не менее, можем вот посмотреть. Да, вот еще один такой кабинет есть. Везде, кстати, работают кондиционеры. Прохладно, очень комфортно. Так что за это можете не переживать. Практически все здесь врачи, персонал разговаривают на русском. Слышите, да? Идем дальше. Медицинский центр расположен по такому большому кругу. Здесь можно спокойно обойти все кабинеты по кругу. И вот давайте еще один кабинет покажу. Вот такой еще один кабинет. Ну все, в общем, выполнено в китайском стиле. Вы уже, думаю, поняли. И таких кабинетов достаточно много. Соответственно, если нужно, пожалуйста, туалет, уборная, все есть. Вот еще один такой кабинет. Как вы видите, здесь они немножко разные. Здесь производят еще другие услуги, связанные с косметологией. Видите, есть некое физиооборудование. То есть все зависит от того, что нужно вам. Кто-то приходит сюда лечиться, кто-то там молодится. То есть достаточно большой перечень медицинских и косметологических услуг. Так, ну давайте еще посмотрим, в пару кабинетов заглянем и пойдем дальше. Вот смотрите, даже загляну вам, покажу, что здесь все очень чистое, выглаженное. Белье, то есть каждый раз оно используется заново. Ну, вы понимаете, да? То есть вот завел даже подсобное такое помещение. Так, ну что, здесь все то же самое, по большому счету, тоже процедурное. Кстати, вот здесь вот тоже, смотрите, есть такие некие, я не знаю, как это назвать правильно, да? Ну, там, в общем, как такая банька получается, и, собственно, получаете некий такой эффект бани. Вот там есть ванна, тоже массаж, тоже какие-то комплексные услуги здесь можно уже получить. Ну и давайте вот еще в один кабинет заглянем. Здесь у нас, мне он тоже очень понравился в таком стиле, в красивом китайском стиле, рыбы. Тоже здесь вот такие нарядные кушетки. И, соответственно, есть вот такие кресла для массажа ног. Ну, то есть всевозможные виды массажа производят для ног здесь. Еще есть такие кабинеты. В общем, как говорил, их очень много. Поэтому не беспокойтесь, для вас всегда найдется и кабинет, и специалист. Ну и вот здесь на входе в медицинский центр есть, соответственно, несколько кабинетов диагностики. Здесь производят диагностику, сейчас подглянем. Ну вот видите, то есть там сидит врач. Врач всегда, вот здесь вот просто врач сидит, да, давайте заглянем. Здесь вот всегда сидит врач, здесь находится рядом с ним в кресле пациент, он ему слушает. Делает давление, проверяет, соответственно, пульс проверяет, язык смотрит. Ну, в общем, сейчас вы все увидите, я на себе то же самое все проверю. После того, он его кладет на кушетку, уже осматривает, скажем, своими руками и уже дает заключение о том, что необходимо вам, какое вам лучше лечение, что вас беспокоит. Можете, конечно, сами пожаловаться, еще сказать, что беспокоит это, хочу вот это подправить. И, исходя из этого, они вам уже назначат лечение. Так, и у нас сейчас остался самый главный вопрос, наверняка вы спросите, это цены. Давайте, я сейчас спрошу по ценам, вам все покажу, расскажу, и какие здесь бывают скидки. Я специально немножко убежал от суеты, потому что там действительно заняты все, не стал никого отвлекать. Очень много привозят туристов, которые проходят диагностику и дальше уже расходятся по лечениям, ну или там назначают лечение на другой день. О чем я хочу с вами поговорить? Во-первых, конечно же, я хочу рассказать о ценах, то есть сесть и зачитать прайс вам, который я также укажу ниже под видео и расскажу, сколько стоят здесь вот лекарства, травы, порошки, гранулы и какую можно получить здесь же скидку в зависимости от продолжительности лечения.
Ну и давайте пройдемся по ценам. Начну, ну, пожалуй, выборочно начну то, что, наверное, всех интересует, это иголки. Например, вот так у нас иглотерапия 180 юаней за 30-50 минут на одну сторону. Что значит на одну сторону? Это означает, что это либо вам ставят либо спину, либо, ну, вот здесь эту часть, то есть одна какая-то из сторон. То есть вот я недавно производил иглоукалывание, соответственно, одна сторона это от головы и до пяток идет. Это цена вот за такую процедуру. То есть вам ставили, это включено сюда иголки, все полностью. Цена за все. Давайте, например, прочитаем. Вот есть иглоукалывание акупунктурное, лифтинг лица. То есть когда иглы ставят в лицо для того, чтобы сохранить молодость. Это стоит, так, одну минутку. 220 юаней одна процедура. Здесь время не указано. Допустим, что еще? Вот массаж головы идем. Просто массаж головы 100 юаней 20 минут. Скобление гуаша 150 юаней 20 минут. Есть вот такие как процедуры, как вакуумная терапия 90 юаней 20-30 минут. Китайские банки с кровопусканием. То, что вот наверняка вы видели. 50 юаней одна банка. То есть, если там 10 банок, значит 500 юаней. Прогревание с помощью инфракрасных лучей 90 юаней 30 минут. Комплекс для ног с имбирем 280 юаней 90 минут. Так, дальше давайте что? Вот, массаж ступней рогом сайги 200 юаней 60 минут. Кстати, здесь это дешевле, чем в бухте Юлунгбэ. В Юлунгбэ это стоило 300 юаней. Поэтому вот в Думхае цены, как вы видите, ниже. Так, ну что, давайте пойдем. Здесь еще есть процедуры косметического характера, процедуры спа, комплексные спа. Ну вот, например, косметические процедуры. Лифтинг век и губ 200 юаней 40 минут. Восстановление кожи шеи 180 юаней 30 минут. Восстановление кожи рук 280 юаней 70 минут. Комплексный уход за лицом 380 юаней 90 минут. Биоуход за лицом 380 юаней 90 минут. Мини-комплекс для лица с применением аппарата 150 юаней 30 минут. Ну это вот вы видели, да, то, что говорил, здесь есть и физиотерапевтические аппараты. Ну вот, например, процедуры спа. Аромамассаж 380 юаней. Опять отмечу, он здесь дешевле, чем в Юлунгбэ, кстати. Скраб с морской солью 380 юаней. Ванна с зеленым чаем и лаймом 150 юаней. Так, идем дальше. Стоун-терапия 380 юаней. Комплексный уход за ногами 240 юаней 90 минут. И комплексные спа здесь. Есть оздоровительный массаж 390 юаней 2,5 часа. Ароматерапия 480 юаней 1,5 часа. Кстати, наверное, у меня была ароматерапия, а не аромамассаж. Ну, не суть. Все равно здесь немножко цены пониже, чем в Юлунгбэ. Вот есть какой-то массаж, царские грезы называется, 1100 юаней. Кстати, меня попросили отметить, говорит, услуга очень популярна, но о ней никто не говорит. Называется она услуга по массажу простаты для мужчин. Стоит 500 юаней 30 минут. И также есть женские массажи всевозможные такого формата. Не подумайте ничего плохого, это здесь все в медицинских целях. Попросили просто сказать, потому что, говорит, ну обычно это нигде не говорят там на телевизоре, да? А у вас в блоге вроде как можно об этом говорить. Вот, теперь давайте по поводу трав. Вот здесь есть несколько вариантов, как можно приобрести травы. Ну вот, например, отвар из трав. Он, конечно, готовится индивидуально, все зависит от этого рецепта, но примерно, вы сказали, один день стоит прием вот этих трав, где-то 200 юаней. Или, допустим, есть лечебный фитосбор, он пакетированный в порошке. Вот опять же, на один день приема 100 юаней обходится. И, соответственно, фитогранулы, они тоже на упаковке у вас будут, тоже индивидуально все подходит, ну, примерно где-то один день 120 юаней. Какие здесь можно получить дополнительные дисконты, когда вы приедете? Это не от меня, это дисконты именно за счет того, что вы берете. Они говорят, если вы берете курс от 5 дней, он составляет минус 5%, включая, соответственно, фитосборы. Если ваш курс будет от 7 дней, то он будет 10% скидка. И, соответственно, больше 10 дней будет 20% скидка. Соответственно, если у вас будет дней больше, все равно скидка максимальная 20%. Так что вот, думаю, по ценам вас ориентировал. Эти цены я укажу под видео, можете по ним ориентироваться. В общем, по местоположению вы поняли, где это находится. Ну что, давайте пойду теперь я пройду диагностику, посмотрим, что скажет мне и какие назначат процедуры. Ну вот, дорогие друзья, пришло время как раз пройти мне диагностику у врача китайского, китайской традиционной медицины и понять, какие нужно мне делать процедуры, вообще что со мной и так далее. Итак, я готов. Окей. Это часы снимите. Хорошо. Часы снимаю. Скажите, пожалуйста, как ваше имя? Павел. Вот уже начинается процедура исследования меня. Вот врач, видите, делает, собственно,
диагностику по пульсу. Да, сначала по пульсу, потом еще по точкам рефлекса. Цик ложите на спину. Ну вот сейчас предложили мне лечь на спину, и сейчас меня будут по точкам смотреть. Так, кошелек выкладываю. Так, все, хорошо. Да, на спину ложитесь. На спину. Только сейчас будет шубать по точкам. Хорошо. Болит, неприятно. Давайте, говорит, давайте, хорошо, да. Да, больно немножко. Болен? Нет. Да, ну вот так-то, конечно, больно. Сирена дает. Да. Понятно. Не очень. Понятно. Здесь маленько, да? Чуть-чуть. Ещё один. Понятно. Нет. Здесь нет. Понятно. Нет, 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 не больно. Вы уже задавили меня. Понятно. Нет. Переворот. Понятно. Вот с правой стороны, да, ай-яй-яй, понял? Слева не очень. Кинтыги. Понял. А сфернотроз есть, ей доктор сказал. Понял. Нет. Понял. Нет. Понял. Нет. Понял. Нет. Понял. Вот здесь больно маленько. Понял. Понял. Нет. Все, давайте. Все, отлично. Так. Ну, в общем, после этой процедуры сейчас мне расскажут заключение, то есть, что мне нужно делать и так далее. Ну, это первый, доктор сказал. В общем, друзья, хочу сказать сразу наперед, если кто-то там сомневается, да, там, что это все ерунда по пульсу, еще как-то все диагностика, как-то все недостоверно кажется, я скажу так, так это видео снимал и в июле 2019 года, здесь мне говорили то, что у меня есть там на пояснице, в общем, грыжа, протрузия, я как бы особо сильно, конечно, не воспринял, но как раз ровно через полгода у меня сильно-сильно заклинило все, что они здесь говорили, как раз это все и вылезло, поэтому здесь бы я бы таких бы сомнений сильных не делал, действительно это все так, действительно все правда, да, поэтому сильно не сомневайтесь даже в этих всех вещах, которые советуют. Ну, конечно, многие вещи есть очень похожие, многим людям говорят какие-то одни и те же вещи, ну, потому что есть действительно одни и те же какие-то проблемы у людей, это факт. То, что касается цен, конечно, мы здесь про цены уже все поговорили, конечно, не всегда всем это, возможно, доступно, кому-то это, наоборот, доступно, но я еще скажу в заключение так, я сюда очень много отправляю туристов, и многие туристы обращаются за китайской медициной как раз уже с последней, как говорится, точкой надежды, и очень-очень многим это помогает, и многие люди сюда возвращаются. Поэтому сейчас вопрос даже не только в этом медицинском центре, мы говорим вообще за китайскую медицину. Все, доктор, остеохондроз есть, шейный позвонок, и поясница, чуть-чуть протрузия есть, четвертый, пятый и в конце. Если, например, из-за заземления, либо протрузия поясница, из-за этого тоже легко появится нефрагия, даже нерва, нога немножко ноется, тянется, онемение. И еще немного добавлю, как раз когда у меня жестко, как говорится, заклинило вот эту поясницу, отдавало очень сильно в нерв, и я уже в Москве проходил лечение, естественно, не у китайских специалистов, а у обычных, соответственно, медицинских центров, и это лечение мне обошлось гораздо дороже, чем это лечение. Лечение в больнице с помощью лазера и все остальное, чтобы просто снять симптоматику, обходилось более 7 тысяч в день. Поэтому если бы я заранее все сделал как положено, правильно и так далее, я уверен, что я бы просто этого избежал. Поэтому заботьтесь о своем здоровье, прислушивайтесь, смотрите и, конечно, в первую очередь следите сами за собой. Ну, лекарства здесь, если удобно принимать, надо заказать жидкие названия отвара и травы. Если здесь не поручают, неудобно принимать, можно прямо заказать сушеный, название фитогранулы из травы, можно заказать, возьми с тобой дома пить. Если, например, согласно заказать, и потом доктор начинает выписывать рецепт, это лекарство для каждого точно индивидуальный рецепт. Состав с травами не химический, не гормональный, потому что у нас есть свои лаборатории в аптеке, а не там, ну, это фармацевт готовит лекарства. Вот это, поэтому индивидуальный для каждого и результаты тоже получше. Не просто как в аптеке, уже готовый продукт дает, для всех не такой. Потому что китайские медицины, кому-то лечится заболевание, они бывают, думают, какая причина, откуда появились такой симптом, либо из этих еще может быть появиться какое новое заболевание. Поэтому они думают, ну, это причина и уместнее регулировать всю организму.
не именно как европейский доктор, только знает лечиться больное место, а мы, бывает, советовать итальяну, это организм вместе курс делать, поэтому так стоит. Все понятно. Да. То есть мне, получается, надо пройти иглоукалывание, массаж и желательно дальше выписать травму. Иглоукалывание лучше. А по времени, в любое время можно приходить? Можно на вечер или на день? Каждый день доктор с 9 до 6 работает. Но если нет экскурсии, но лучше с утра, тогда без очереди. Если это будет экскурсия, куда-то ездите, можно после экскурсии прямо к нам тоже можно. Если, например, ваша отель рядом, пешком тоже можно. Если не хотите, это погода жарко, нам звонит и машина едет за вами, к нам лечиться тоже можно. То есть, а если я вот заказываю, то есть мне врач да, какой-то посоветует, и я уже заберу тот вариант, который у меня нужен, да? Да. Сколько по времени готовить? Лекарства бывает минимум, например, если отвар, надо здесь принимать. Если сегодня заказали, мы потом через сутки фармацевта можно готовить. Если сушеные лекарства, которые дома пить, бывает минимум через 2-3 дня готовить. Потому что надо через несколько сутки заваривать, кипятить, сухость, упаковка. Немножко надо времени. Все понял, спасибо большое. Дорогие друзья, думаю, вы поняли, как происходит диагностика, то есть смотрят пульс, язык смотрят, в общем, все. Я понял, что глобально история все-таки, я сколько уже посетил медицинские центры, это все-таки оценка по пульсу идет. Соответственно, дальше они уже строгают, смотрят, да, какие-то есть и проблемные зоны и так далее. Кстати, у них было чуть больше, я просто когда прошел иглоукалывание и, видимо, мануальную терапию, уже некоторые вещи мне не определили. Так что, действительно, китайская медицина точно работает, причем я делал это один раз. Вот это хочу подметить. Вот, что хочу сказать. В общем, может быть, вы что-то поняли, может быть, нет, поэтому я сейчас это хочу вам пересказать. То есть мы сделали диагностику, он мне сделал заключение, что мне нужно поделать иглоукалывание, поделать немного массажа, желательно 5-7 дней, и, собственно, дальше они по специальному рецепту назначат мне лекарства. Лекарства, естественно, все из трав, никакой здесь химии не будет, то есть полностью вот готовый вариант, который я вам показывал в лаборатории. То есть они сказали, здесь можем сделать жидкие, или если вы собираетесь их пить уже дома, мы вам их приготовим в течение 2 дней и запакуем, и, соответственно, эти гранулы вы можете уже употреблять дома. В целом, я скажу так, что какие-то вещи, они очень похожие были. Я пытался, на самом деле, в этих центрах посмотреть разницу. То есть, какая есть разница между оценкой одного специалиста и другого. Скажу, что по пульсу они определяют все то же самое. Они оба сказали, даже не оба, а три человека сказали, в принципе, одну точно связующее звено, что у меня недостаточно питания почек, да, и печени, говорит. То есть это бывает из-за стрессов, это бывает из-за усталости там, и так далее. Поэтому нужно принимать специальные отравы, чтобы было больше питания этих органов. Соответственно, хондроз, как говорится, он у всех есть, я уверен абсолютно, потому что у нас образ жизни сейчас вообще в мире не такой активный, поэтому, соответственно, такие проблемы есть у всех. Поэтому здесь уж можно даже, как говорится, и диагностику не делать. Действительно скажу, иглоукалывание стоящая вещь, поэтому за это бы я бы даже не переживал, точно можно делать. По ценам я вас недавно только что сориентировал. Давайте сейчас, буквально через пару минут, я вам завершу свой рассказ, резюмирую по этому медицинскому центру Тайцзи в бухте Дунхай, и вы уже сами сделаете выводы, куда вам обращаться. После того, как вы выберете для себя те или иные услуги, иглоукалывание, массаж и так далее, здесь вы можете уже рассчитаться, собственно, в любой валюте, рубли, доллары, юани или просто банковской карты, виза или мастер-карт. Единственное, здесь не принимают казахские деньги, тенге, а все остальные валюты, пожалуйста. Дорогие друзья, готов сделать свое резюме по медицинскому центру китайской традиционной медицины в бухте Дадунхай. Смотрите, это большой центр с большим количеством медицинских кабинетов процедурных, где вы можете пройти иглоукалывание, массажи. Соответственно, после этого вы можете заказать здесь любые травы и сборы. Они могут быть как в гранулах, так и в порошке. Но когда вы будете здесь на острове, лучше, конечно, принимать в жидком виде. Вам их здесь, прямо здесь, в этом медицинском центре приготовят. Вы, если находитесь в этой бухте, можете спокойно отправляться пешком. Это находится очень близко в бухте Дунхай, он находится прямо в отеле Линда Сивью. Если все-таки вам не хочется перемещаться по такой жаре, вы можете заказать спокойно трансфер, за вами приедут и, собственно, вас и довезут вообще без каких-либо проблем до этого медицинского центра. Здесь все хорошо, комфортно, прохладненько, вас здесь встретят, здесь есть русскоязычный персонал. То есть как все это выглядит? Вы, соответственно, общаетесь
непосредственно с врачом, который вас осматривает первоначально, делает диагностику, ну вы уже это видели, и, собственно, человек русскоязычный вам все это переводит, объясняет, рассказывает, то есть недопонимания никакого нет, все очень понятно и просто. Сколько выбрать времени на медицинские услуги, конечно, выбор за вами. 5 дней, 7 или 10, решать вам. Здесь нет никакой пропаганды конкретной, здесь есть просто рекомендации. Как вы уже поняли, что от продолжительности курса есть дополнительная скидка, чтобы это, скажем, вас мотивировало пройти полный курс. Конечно, всегда вы знаете, что любое лечение лучше проходить курсом, а не как-то урывочно, поэтому и они рекомендуют уже от 5 дней. Все зависит от вашего состояния и самочувствия. На себе скажу точно, что пройдя диагностику и сделать даже единожды какую-то процедуру, например, иглоукалывание или массаж, ну, я думаю, можно что-то взять, это, в общем, доступные деньги стоят. Вы уже почувствуете эффект на себе 100%, я уже проверил на себе, вы видели в моих других выпусках. В этом видео я не стал проходить процедуру, потому что я вижу, что люди уже загружены, время у меня тоже ограниченное, смысл, я уже эту процедуру знаю. Конечно, считаю, что такие вещи лучше приезжать целенаправленно и проходить, но тем не менее, даже если у вас короткий отдых, вы тоже можете себе позволить пройти эти процедуры. 2-3 дня, 5 дней, решать вам, как я говорил, но это точно работает, это точно действует, и я вам это очень рекомендую. Поэтому посещайте любой, который вам устраивает медицинский центр на острове Хайнань. Я побывал в медицинском центре Тайцзи, считаю, он очень профессиональный, хорошие специалисты, внутри все очень хорошо сделано, они упакованы, то есть везде чистота и порядок. Сами вы видели наверняка, что ни одна уже там звезда в интернете, российская и не только российская, скажем, порекомендовала этот медицинский центр. Думаю, вы это тоже уже знаете и тоже это цените, просто так, как говорится, ничего бы не рекомендовали. Ну что, буду завершать свой рассказ, буду завершать свой обзор по медицинским центрам города Санья, Дадунхая, Елунбэй, как вы уже поняли. В общем, завершаем этот обзор медицинского центра китайской традиционной медицины Тайцзи. Напоминаю всем, что я занимаюсь продажей и оформлением туров на остров Хайнань. Вы можете спокойно приобрести у меня любой тур, находясь в любой точке России. Я работаю онлайн, официально, с документами, договорами, чеками. Все профессионально, четко, здесь даже не переживайте. Поэтому прямо сейчас вы можете написать мне ниже под этим видео на мой прямой WhatsApp, задать свой интересующий вопрос, и мы уже поговорим о вашем путешествии. Также вы можете оставить заявку на нашем сайте, эта ссылка будет также под видео. Ну что, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, задавайте свои вопросы, они послужат мне именно тем напоминанием, какой нужно для вас создать контент. Это видео по медицине я специально готовил для вас, потому что я знаю, что многие интересовались медициной, многие хотят услышать, увидеть, как работает медицина на острове Хайнань, как работают медицинские центры. Поэтому специально приехал вам и показал, как можно проходить лечение на острове Хайнань. Увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel.